вот это круто. До сюда у нас где-то километров 40. 35-40. Доехали очень быстро по трассе. Вообще, всегда так делал. На самом деле, очень круто. На машине это было очень быстро, что мне, в принципе, понравилось. Кстати, смотрите, у меня теперь здесь дырка. Хи-хи. Короче, сейчас едем в сторону Молодецкого кургана. Хотел я отсюда приехать с города, но подумал, что с города будет очень долго ехать и нудно, и сил на исследование места не останется. А так я хочу, в принципе, поездить побольше. Такие ощущения офигенные. Ребята, вы просто не представляете, как круто ездить по незнакомому месту с кучей сил. Ух ты, блин! Пять километров оттуда сюда. Привет! Национальный парк Самарская Луга. Мы, кстати, будем подниматься вот туда и вон туда. От Волги, ребят, прохлада пошла. Уже, кстати, все не такое зеленое, а по большей части желтоватое. Потому что уже как бы 1 сентября, через 2 дня, наверное. Смотрите, ребят, там берега нет. Это жесть. Где берег? Вот. Воу. И нам сейчас надо подниматься аж вон туда. Я скажу, это дико. Че, как тебе местность? Непонятная, да? У нас в области такого нету. Прям чувствуется, что-то не то. Птички. Какой-то дикий отхил, ребят. Чувствую, нам придется не сладко. Фу. Сложненько. Очень много мошек. Очень много мошек, прям в уши залазит. Надо, чтобы у меня пульс успокоился. Тогда поедем. А то я уже подустал. Ей, там еще подъем. Сколько можно? Хотя это только начало. И подъем тут везде. Ой, какая же жесть. Если сюда ехать своим ходом с города, тут вообще силы не будет. Ты что, я уже вспотел как свинья. Мы уже все мокрые. Подъем реально, кстати, жесткий. И все, кто сюда доезжает из города на велосипедах, еще и поднимаются туда. Я им, короче, выражаю огромный респект и говорю, что они чертовы мутанты, блин. И вообще звери. Смотрите, кстати, это называется хмель. Да. Не знаю, какой у нас набор уже. Но он собака огромный. Вот горизонт. Типа вот. Вы понимаете, какой там уклон вниз идет? Мы сюда поднимаемся, минут, наверное, уже где-то 20-30, и он просто дичайший. Я так понял, что дорога вниз, она будет просто самой веселой в моей жизни. Потому что таких спусков, вот грунтовых спусков, таких я не видел нигде. По крайней мере, вот я тем более. Смотрите, ребят, мне система ниппель теперь на вилке. Но я, в общем-то, вилку свою люблю, поэтому, блин. Поэтому вот так вот делаем, чтобы на меня маслом как бы не обоссывало. Жестейший подъем. Нашли вот такую вот лавочку, где можно посидеть. Сейчас чуть отдохнем. Вот оттуда мы пришли. И пойдем вверх. Вон у нас там Самарская Лука заканчивается. Перед речкой. Там у нас уже Уса. Речка сама. Я хочу просто под конец сезона объездить вот такие примечательные места на машине. Кто хочет, например, помочь на бензике, то, ребят, вся информация будет у нас в описании. Такой помощи я буду очень рад. Тем более у меня случилась трагедия. Ладно, уже бензик, но вот это... Это уже
как бы никакие ворота. А знаете, где эта штука у меня лежит? Угадайте. Здесь. Какая-то. Смотрите. Короче, пробила демпфер. Вот такая хрень. Вот этой белой штуки не должно быть. Я смял. Я смяла. И выбила резьбу. Так что минус вилка, ребят. Все, балуемся нашим изюмом. Кстати, хорошо заходит на самом деле. Прям чувствуется, что сахарок помогает. Угу. Вообще крутяк, ребят, такая тишина. Прям красиво. Камера перегрелась. Я ее сейчас буду остужать. Нормальный способ остудить камеру, да? В общем, ребят, какие у нас дела? Приехали мы вот оттуда по дороге. Поднялись сюда, через овражек. Сейчас фоткаем велосипеды. Я думаю, до Стеллы мы все-таки доедем туда. Посмотрим, как у нас там дела обстоят. А потом начнем спускаться вниз. И будем балдеть. Потому что подъем сюда был довольно-таки сложный. Кстати, там люди стоят, они такие маленькие. Это вообще жесть. То есть получается набор высоты здесь довольно-таки приличный. Ну, можно понять по тем машинкам, которые не машинки, а какие-то эти муравьи. Расскажу вам маленькую историю, пока я нахожусь в таком красивом месте. Ездили мы как-то в Триал на одних прекрасных ступеньках. У меня случилось нечто, для которого у меня появилась вот такая вот игрушка, которую я теперь таскаю везде с собой. Смысл какой? Когда я менял группсет, мне мать рассказала про вилку, что она проживет у меня, ну, где-то там сезон, полтора максимум. Так и получилось. Я прыгнул со ступенек, и у меня тупо вылетел демпфер. Тупо вылетел из ног демпфер, представляете, да? И забрызгал меня всего маслом. Перед этим вилка у меня полностью не сжималась. Сжималась она где-то процентов на 40. Мне кажется, в этом дело. В этом было дело. Поэтому демпфер у нас сжало, схлопнуло. Вот тут можно увидеть узенькое. Здесь выдавило пластик. Здесь резьба похеренная. И, в общем-то, вот. Теперь у меня нет вилки. Езжу я на макете, грубо говоря. Но блокировки нет, и нельзя регулировать отскок. Вот и все. Посмотрим, проживет она у меня еще сезон или нет. Я, кстати, в институте спрашивал, проживет она у меня или не проживет. Так что подписывайтесь. Иногда там опросики интересные получаются. Думаю, вот это можно на превью. Видно, что земля, кстати, круглая, вы представьте. Что, начинаем? Слушай, тут еще интереснее, чем там. Ага. Офигеть. Что-то я перехотел спускаться здесь на велосипедах. Все-таки хорошая идея будет спуститься не здесь, да? А по-спокойному вон там. Потому что сейчас тут пара фотографировалась, которая сейчас спускается. И хотя нет. Проехать, конечно, можно вон там, по краешку. Но делать мы это, конечно же, не будем. Но, блин, ребятки, здесь просто, просто великолепно. Посмотрите на всю эту гладь. Блин, даже маленький кораблик вон там есть. Как же это замечательно, а? Виды отличаются. Вот мы проехали буквально метров 200, ну, вот с того пригорка сюда, к Стелле. И, блин, это действительно просто два разных места. Это просто такая дичь. Вот. Та самая Стелла на Молодецком кургане. Давайте ее потрогаем, не знаю, давайте я за вас ее потрогаю. Она такая из металла довольно-таки толстого. Как это вообще, это возможно вообще или нет? Конечно, подъем сюда был тяжеловат. Вот, а вот наша рожа. Это стоило того. Ну да, это на самом деле стоило того. Солнце, кстати, жарит. Я думаю, сейчас еще мы туда раз поднимемся. Спустимся. И
очень понравился такой ракурс. Смотрится он великолепно. Я, короче, решил еще раз проехать его, потому что я забыл камеру нормально поставить. Поехали. Едем есть. А что может быть приятнее еды? Мне кажется, ничего. Не, вот тут байк-парк бы сделать с подъемником. Я бы охренел. Вот мы и у нашего пенька. Хотел бы я доширак, конечно, заварить, ребят. Но потратил деньги на бензин, чтобы сюда поехать. Так что... Всем без дошков и без шаумы. Но зато с красивыми видами. Смотрите от меня какой след. Как от мотоцикла. Ребят, смотрите, что сегодня для нас припас Роман. Это же килька обжаренная. Да еще и в томатном соусе. Мне кажется, это прям то, что нужно сейчас. Взрываем банку с килькой. Интересно. Ох, блин. Блин, пахнет офигенно. Смотрите. О. Ай-яй-яй. Она реально большая, она очень мягкая. А знаете, что у нас еще к ней есть? Никогда не угадаете. Все чисто по-российски. Ничего, фаденьки нашел. Реально крутая, ребят, очень крутая. Ну это, конечно, вообще, ребят. Наверное, вкуснее этой кильки, я давно ничего такого не ел. Спасибо. На данный момент мы проехали 7 километров. Только вдумайтесь, 7. Вот именно для таких, мне кажется, локаций машина все-таки будет лучшим вариантом, чем типа ехать по Алтос сюда и один раз подняться и сказать, ничего себе, как круто. Отдохнули, посидели, подумали. Сейчас у нас просто офигеннейший спуск вот туда. Он довольно длинный. Не знаю, но километрик есть у него, да? Тормозами воняет. Да, да, да. Ребят, смотрите. А ты смотри, какие у тебя красные. Где, а где? Смотри. Тормоза? Да, да, да. Смотрите. Офигеть, смотри, как тепло. Ладно, давай пошикай. А у тебя, смотри, покраснели все. Все, ребят. Вот это спуск. Теперь я знаю, как колодки воняют. Сука, они воняют, конечно. Передние колодки в минус, ребятки. У меня теперь там металл об металл трется. Жесть.
Эти спуски стоили, наверное, многого, блин. Сейчас нам придется возвращаться так же, как мы сюда и вернулись. Ребят, будет тягун. Это такая штука, когда как бы градиента вы не видите подъема, но он есть и чувствуется. Очень интересная вещь. Хотел бы я держаться сейчас вот так вот. Поехали, смотрите, что нашли. Правда, как туда спуститься? О, трубы. Такие себе трубы. Ну? Оу! Сейчас, в принципе, небольшой. Ну вот, через ром измеряем. Смотрите, у Рома 178. У него колеса вообще не шумят. Не знаю, будет видно или нет. Мы были вон там. Вот на том пупке. Кажется, что расстояние небольшое, да? А на самом деле офигительно. Привет, красавец. Симпатичные. Привет. Какие вы деловые. Найс. Ой. Ой. Лучше все вот так будет. До Усинской. Лучше так все будет. Потому что там... Там цветет. Там везде цветет, да. Так, ну, в общем-то, что, ребят, мы уже здесь, уже в машине. Велосипеды у нас вон, уютно лежат. Сейчас заводимся. И, в принципе, можно ехать.